В рамках федерального проекта «Мы, Россия» в Черкесске прошел концерт заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», приуроченный 85-летию образования музыкального коллектива. В праздновании принял участие и государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус». На концерте побывала Шерифат Лепшокова. Динамичное движение и музыка. Первый танец не случайно был таким. Танцоры изображали непростой шахтерский труд. В номере «Донбасские парни» вся сила и упорство представителей этой профессии, являющихся символом угольного края. В репертуаре коллектива за 85 лет десятки номеров, поставленных как уже в новое время, так и вошедших в золотой фонд ансамбля. Наряду с народными танцами и песнями по-прежнему любимые советские мелодии. Концерт у нас при участии местного коллектива, ансамбля «Эльбрус». Я думаю, это ваша изюминка республики. Да, мы, конечно, счастливы работать на одной сцене, потому что это, ну, очень важно для любого артиста. Вот, интересно что-то новенькое посмотреть, пообщаться и подружиться с коллегами. «Эльбрус» представил всю палитру кавказских танцев. Это искрометная лезгинка, тюстепсел, танец причерноморских адыгов, парный танец абезек с мгновенно узнаваемой и такой любимой музыкой. На концерте от имени главы республики Рашида Тимрезова был зачитан приветственный адрес, в котором говорилось о том, какая большая честь принимать артистов из Донецкой Народной Республики. Нас объединяют не только великое культурное наследие и богатая история, но и традиционные ценности, среди которых любовь к родине, уважение к старшим, семья, дружба. Нас объединяет нечто большее – борьба за свободу, за светлое будущее для наших детей, за возможность трудиться под ясным небом, за право жить в мире без национализма. Уверен, каждый присутствующий по достоинству оценит разнообразие, колорит и эмоциональность программы ансамбля «Донбасс», артистизм и мастерство его участников, а также почувствует силу искусства, которое во все времена объединяло, созидало и направляло. Мы хотим поддержать всех, кто сейчас сражается за мирную жизнь, говорилось в приветственном адресе от главы республики. Затронула душу каждого и прозвучавшая в зале молитва о Донбассе. Зажгите храма и тысячи свечи за все подвластившим до рассвета, за претерпевших скорби без ответа, за деток, Шерифат Лепшокова, Али Бустанов, вести Карачаево-Черкесия.